вчера СМИ сообщили о госпитализации Атара Кушанашвили. 53-летний телеведущий попал в реанимационное отделение, где ему провели операцию. Друг журналиста Владимир Полупанов поделился тревожной новостью. Оказалось, что Атар Кушанашвили страдает от серьезного заболевания. Врачи обнаружили у него раковую опухоль. Вчера шоумену провели срочное хирургическое вмешательство. Напомним, что сначала появлялась информация о другом диагнозе – циррозе печени. Было ли выявлено новообразование при обследовании, пока неизвестно. Сообщается, что Кушанашвили почувствовал себя плохо еще несколько недель назад. Он жаловался на слабость, боли в животе и сердце, однако не стал обращаться за помощью к специалистам. На госпитализации настоял директор шоумена Антон Шестак. Он же позже опроверг новость о проблемах с печенью. Осенью прошлого года Атар попал в больницу с сердечным приступом. Удар хватил журналиста прямо в ресторане во время просмотра футбольного матча. Врачи скорой помощи экстренно госпитализировали пациента в состоянии средней тяжести. Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце, писал продюсер журналиста Виктор Ладненко.